зашли в Дойчмен и обалдели. Всем доброе утро. Приехали снова в магазин, но уже скупиться Дарье в школу. Сейчас посмотрим вещи. Заодно поснимаю вам цены, какие здесь цены есть. Потом пойдем в другой магазин, поснимаем цены. А что за скидки? Какие тут бывают? Какие скидки покажем? А завтра поснимаю, какие цены на авто, на БУ авто в Польше. То есть за сколько можно купить автомобиль в Польше. Смотрите, вот такие, как они называются? Балетки. Балетки. Была цена первая 34, потом 23, потом с 23 стало 17, теперь новая цена 10. Вот эта вот штука 10 злотых, ребят. Вот такое 16 стоит. Матерчатое, да? Да, матерчатое. Ну, как бы, да, материал, да? Матерчатое. Матерчатое. Ну, это лето, ну. Кстати, у нас все еще обнижка. Видишь, это обнижка коллекции, это летняя коллекция. Ну да, еще и скидка 20%. Вот, еще 20% на все. Вот такие кроссовки. Очень даже неплохие. И цена такая, да, довольно хорошая. Трусики на девочку. 29,99. 7 Стовочка евро. Стовочка написана. 7-8 лет. Да, 7-8 лет. Берем. А вот такой комплект. Из трех. Из трех шортиков таких красивых. Стоит всего 20 злотых. Тоже со скидочкой. 20 злотых стоят такие шортики. В количестве двух штук. $24. Ну вот. Тоже две штучки. Да, сарафан, наверное, называется. Вот вообще 14 злотых, то же самое. Две штучки. Еще лето, в принципе, можно ходить. Тебя поснимаю. Это что? Что это? Ну как это называется? То есть топик. Угу. Для девочек. 1-2. 7-8, 2 штуки за 11 злотых. Вот такие рубашки есть, видите, какие скидки. Было 67, стало 26. Вот обнижку показывал, курточка. Вот 17 злотых. Плащик. Вместе с галстуком. Вот плащик, вот, да, тут действительно вот 199 злотых была, потому что 119, сейчас 59 вообще. Не посмотришь. 11, 10. Кстати, прикольно, да, вот такая вот безрукавка. Побегать, да. Это 29. Ну не на все, кстати, вот такая вот тоже 29.
стоили сейчас 42 злотых. То же самое остальные, наверное. Какие кроссовки можно купить? Ну, довольно неплохие. Почему бы нет? За 29 злотых можно взять. Тоже были 50, почти 60, сейчас 31. 31. 39. Кстати, здесь скидки не только в какие-то определенные дни. Тут как в любой день можно прийти и увидеть вот такие цены, которые я вам показывал. Так что, ну, к сожалению, мы все цены не сможем осветить, показать. Ну, еще что-то сейчас поснимаем. Потому что мы приехали ребенка в школу немножко скупить вещей, там, трусиков, маечек. Возможно, вещи какие-то возьмем еще. То есть поснимаем, покажу. Какие здесь скидки, какие здесь цены. Потом сможете пересчитать по курсу и увидеть, какая разница в цене. 50 злотых. А что тут? Три. Три. Три мальчика. Три футболочки. Три футболки. Ой, прикольно. С глазками. Это простая такая, с рисуночком. Нам еще по почте каждый месяц приходят карточки на скидки на разные продукты. Так вот, и каждый месяц нам приходит скидка на 20 злотых. Именно вот эта компания, F&F. То есть приходит на 20 злотых, но при покупке, в общем, покупаешь на 80 злотых, 20 злотых тебе еще скидки дают. Так что очень выгодно, очень. Было 49,99, ну, короче, на рубль подешевело. Бывают такие вот заклеенные. 49 злотых, без рукавочка, курточка. Ну, вот тоже бывают такие вот, видишь, тут написано, там под бумажечкой надо тоже смотреть, сколько она стоила раньше. Потому что иногда бывают фальсифицированные скидки, специально магазин делает, ну, чтобы да, брали. Это же маркетинг. Ну, все равно да. Они скинулись 99 грош. Да. Ну, скинули. Ну, все равно, это такая скидка, ну, скажем, почти не скидка. А чтобы получить скидку, нам надо скупиться на 8 скидок купить тоже. Хотя у меня есть там еще что-нибудь. Так а что надо нам? На 80 скупить? На 85? Ну, на 100. На 100, по-моему. Ну, достань, посмотри, какая скидка у нас. Ну, покажи, как оно выглядит. Ну вот. F&F. Теско. Что у нас там скидочка? За минимум 80 злотых и получи скидку 20 злотых. Плюс еще 20% на всю одежду сейчас идет скидка. То есть будет 40. 20% плюс это получается сколько 20%? Это будет, ну, где-то рубля 4, да? Ну да. Вот. 16. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас купим. Сейчас купимся, посмотрим. Еще минус 20. Ну, короче, мы так сэкономим хорошо. Миша. Сейчас пойдем еще в один магазин. Сейчас здесь уже еще на 40 злотых возьмем, чтобы получить скидку 20 злотых. И пойдем еще в один интересный магазин, там тоже большие скидки. Ну, сейчас покажу, что в том магазине. Там тоже очень шикарные цены. Обалденно, да? Угу.
Моднявая. Было 62, стало 37. Берем? Да, берем, конечно. Все? Все. Их, кстати, много. Mm? Их, кстати, много. Mm-hmm. Такая у нас есть, да, Дашка? Это Ваня. Ваньки такая есть. Да, Ваня такая. Mm-hmm. Хорошая, кстати. Мне нравится. Mm-hmm. Ну что, в общем, скупились ребенку. Смотрите, то есть вот этот свитер. Свитер, вот, да? Вот она. Он был 37 плюс 20% скидки сейчас в магазине. 24. Итого он 24. Но оно не видно. То есть, ну вот он, второй пункт, 24. А уже маечки. Такая майка. Две штуки. Плюс 2. Сколько она стоит? 23,99, да? 29,99, да, там 23. Старая цена 29,99. А вот 23,99, вот она, видно. Здесь у нас 23. Первым пунктом идет. Да, ну а все остальное по 23,99, хотя оно стоит 29,99. Ну, минус скидка. Трусы, там, да. И плюс еще в конце тут рабат, да, 20 злотых, да, которые получили мы, 20,01. 75,97 мы заплатили всего. Зашли в Deutschmann и обалдели от цен, которые сейчас есть на обувь. Shorty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada. That BCBG, Burberry, Dulce and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the ear saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my style, she like the way I talk. She from the country, think she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga trying to holler cause I want some head. I'm that nigga trying to holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitch at that track, catch a date and come and pay the kid. Look, baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a P-I-M-P. Yeah. We could pop some champagne and we could have a ball. We could toast to the good like we could have it all. We could really spurge, girl, and tip them all. If ever you need someone, I'm the one you should call. I'll be there to pick you up if ever you should fall. If you got problems, I can solve them, they're bigger than small. That other nigga you be with ain't about shit. I'm your friend, your father, and confidant, bitch. I told you this before, I stick with the tools. I keep a Benz, some Rams, and some jewels. I holler at a hoe till I got a bitch confused. She got on Payless, me, I got on Gator shoes. I'm shopping for the chillers, and the summer the cheaper. Man, it's so you can have her, when I'm done, I ain't gon' keep her. Man, bitches come and go, and you can't see. You fucking with me, you fucking with a P-I-M-P. Shoes on me, I ain't stripping in the street. Put my other hoes down, you get your ass beat.